Ребят, всем привет, вы на канале Pop Fun 2 Машинки. Сегодня продолжаем открывать новую тачку в Traffic Racer. Так, сегодня возьмем предпоследнюю тачку, прокачаем ее и испытаем на максимальную скорость, ребята, да? Ну, как обычно. Так, смотрите, у нас предпоследний идет. И последний у нас будет уже заключительный выпуск, наверное, будет следующий Bugatti Veyron-чик. Ладно, мы до него доберемся. Но уже в следующем выпуске. А сегодня купим вот эту. Так, 750 тысяч баксов потрачено. Хорошо, давайте теперь выберем ей какой-нибудь цвет прикольненький, темненький бы, конечно. Здоровски было, да, как вы думаете? Так, тут вариантики всякие разные. Можно самому чуть-чуть состряпать, ребята. Так, чтобы нам взять какой-нибудь золотистый цвет бы, да, сделать. Ну, такой зеленоватый какой-то оттенок получается у нас. Так. Ну, давайте, наверное, оставим. Так, все, закатали. Отлично, колесики. Так, колесики вот эти ей идут, по-моему. Так, в принципе, неплохо смотрится. Так, еще что у нас тут? Еще варианты. Так, это у нас от Жигуленка. Нет уж, не будем на этот раз извращаться над машинкой. Не будем ставить на нее жигулевские колеса, ребят, да? Как на предыдущих, к примеру, вот на этой. Нет, не на этой. На какой у нас? А, на Поршике у нас стоит. Так, не будем мы извращаться, ребята. Так. Ай-я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 й. Мне все-таки больше по душе. Думаю, что на эту тачку больше подходят вот эти колесики. Так, блан, берем. Не будем долго думать. Прокачиваем. Ой, как все дорого-то. Ох ты ж, боже ты мой, это смотрите. 12 тысяч монеток. 12 тысяч баксов у нас не хватило, чтобы прокачать максимальное торможение. Ну, в принципе, торможение, ребята. Да бог с ним, да. Торможение, чё. Ой, а наклеечки-то. Особо тут ставить-то нечего. Дракончик. Давайте вот эту нацепим. Ой, 12 тысяч, вы издеваетесь. Вы издеваетесь. Хорошо, ладно, бог с ним. Так, ставить так-то ставить максимально всё, что есть. Ну чё, поехали. Так, ну для начала, как всегда, свободный заездик, испытаем на максимальную скорость. Так. Насколько быстро ты едешь? Ну давай, покажи максимальный предел-то, а? Максимальную свою возможность. Так, ребят, смотрите, уже 260 уже перевалило. 264. Все, больше не берет, ребята. 264 максимальная скорость у нее. Так, хорошо. А давай теперь испытаем мы тебя, наверное. Испытаем мы тебя в городе, в режиме до аварии со встречной. Так, ну, можно взять осень. Так, ай-яй-яй-яй-яй, ребята, что-то куда-то я засмотрелся, придется за... Да что ж такое-то, я сам в начале прям врезался. Не забывайте про тормоза. Да не забываем, вроде бы. Ой, слишком перекрутил. Так, слишком перекрутил руль и выехал навстречку. Так дела не делаются, ребята. Так не пойдет. Встречка, нет. Да что ж ты будешь делать, ребята? Что такое-то вообще творится? Не могу и все. Она слишком быстрая. Она слишком быстрая, да что ж такое-то? Ну ладно, будем притормаживать. Ай-я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 й, стой, тормоза вроде хорошие.
Хоть и не максимально прокачан. Да что ты будешь делать? Так, заново. Давай. Ну, естественно, ребят, чё такое-то вообще, не понимаю. Ой, боже ты мой-то. Так, хорошо, ладно, собрались и поехали нормально. Давай, едем нормально, все, мы едем нормально. Да, и тормозим периодически. Это нужно, ребята, без нее никак. Без тормозов вообще никак. Ахахахашечки. Не, ну она шустрая, она и разгоняется, и тормозит быстро. Фура. Обгоняет справа. А здесь что делать? Здесь вот так надо делать. О, смотрите. Речку какую-то переезжаем. Нет, встречки нет пока, хорошо. Ай-я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 й. Чуть-чуть бы и встретился. Въехал бы ему в автобус, да, сзади. Ребята, слишком быстро, вам не кажется, слишком быстро. А-а-а! Цепанул все-таки. Ой-ой-ой-ой-ой. Что-то на большой скорости, короче, я кого-то там сбил, и мне какие-то достижения дали, смотрите-ка. Так, ну прикольно. Прикольненько, давайте еще раз. Успел и затормозить успел. Давай, пока с речки нет, нужно ехать. Нам бы еще немножечко прям угол наклона, да, из этого видимость бы так немножечко так наклонить камеру. Фура! Ничего себе там, я не знаю, он аж выехал на встречку. Фура аж выехала на встречку, заметался. Что ты будешь делать? Так, а почему у этой тачки никаких бонусов нет в виде одно столкновение со встречной? Да что ты будешь делать? Да. Не, нужно ехать аккуратно, периодически притормаживать, а то так дело не пойдет, ребята. Машинка очень быстрая, очень. Я даже не представляю, насколько быстрая Бугатти Верончик. Но она 300 точно возьмет. Скорость 300 км в час она точно набирать должна. Так. Да я думаю, возьмет. Она же все-таки самая быстрая серийная тачка в мире. Все, поймал. Газончик там какой-то на встречке был. Так. Ладно, последний заездик, ребята. И сейчас перейдем в режим полицейского, как обычно, ребята. Будем пробовать догнать белую тачку. Аудосик мы, в принципе, догоняем, но ее уничтожить тяжеловато. И потом идет дальше у нас уже еще одна тачка, уже покруче там. Ай! По-моему, БМВшка, либо Мерседес. Старенькие BMW или Mercedes. Ладно, берем нашу полицейскую тачку и в режим полицейская погонь. Давайте-ка что-нибудь светлое место, чтобы их было хорошо видно. Итак, поехали. 50 метров до нашего нарушителя. Нарушителя, я сказал. Вот здесь бы, конечно, нам пригодился этот Lamborghini-то, да? Вот бы здесь он пригодился. Мы бы быстро догоняли этих нарушителей-то, да? Как вы думаете, быстро бы догоняли их? Просто бы... да что ты будешь делать? Бам! 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 Ну давай еще один тюк. И поедем к Аристотелю. Опа, есть. Отлично. Так, кто там дальше? Синенький Субарик. Стоять, я тебе сказал. Стоять бояться. Ах ты ж, чертенок. Ах ты ж. Бам!
Так, тихо-тихо, жду. Ой-ой-ой, а как он здесь проскочит-то? Отстал! Нет, отстал, ребята. Время-то тикает у нас. Время-то идет. На тебе еще один тюк, и все. И все. Но что-то он оторвался. Смотрите-ка, оторвался. Так, по-моему, дальше идет у нас белый аудосик. Белый аудосик, по-моему. И вот его тяжеловато, конечно, уничтожить. Ага. Так. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Стой, я тебя должен догнать, ребята, тяжело, ребята, смотрите. Вот он меня, конечно, одурачил. Ё-моё, 20 секунд остается. Ну и как я тебя должен догнать и обезвредить? Как я тебя должен догнать? Никак не догоню уже, смотрите, все, ушел. Ушел, кокошонок, ушел. 2, 1, 0. Все, время закончилось. Ой, опять не получилось. Ребят, что за дела-то? Это как? Зачем я запустил рекламную паузу? А, кстати, что-то я нажал там. О, кстати, похоже, интересная игра, смотрите. Тут у нас скелетики какие-то были. Можно воевать со скелетами, да, похоже. Так, ладно, что у нас в итоге-то? Давайте посмотрим на нашу сегодня тачку, которая была в обзоре, да? Вот как она выглядит. Это у нас Ламборджини, кто как называет. Ламборгини или Ламборджини. Ну, мне как-то привычнее Ламборджини называть. Так, ну чё, вот такая тачка у нас сегодня была. Максимальная скорость 264 км в час. Да, представляете, ребята, а Бугатти Верончик будет в следующем выпуске. Мы ее откроем, прокачаем. Баксов, конечно, уйдет немерено. Там ляма полтора, наверное, точно нужно будет накопить. А на этом все. Вы были на канале PubFun 2 машинки. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, делитесь этим видео, ставьте лайки, комментируйте. Всем удачи и увидимся в следующем выпуске. Пока-пока!